Вот сейчас я проезжаю возле обычного парка в воскресный день. Поставил камеру. 2 часа дня. Чудесная погода. Народ бегает. Народ занимается спортом. Там вдалеке играло огромное количество людей в футбол. А сейчас я бы хотел посмотреть вот за вот этих несколько минут, которые я буду просто снимать, обычный, простой английский парк, которых здесь, в Лондоне, огромное количество. По субботам, по воскресеньям, особенно утром и вечером, большущее количество людей занимается спортом. Специально день не выбирал. Вот женщина какая-то бежит по внутренней дорожке, да? Смотрите, наслаждайтесь, чему-то учитесь. Бурно цветут черешни. Это огромные платаны. На них уже вот-вот пробьются листочки. Во многих местах уже, особенно в Лондоне, каштаны, другие деревья начали пускать молодые листья. Зацвели цветы. Приехал какой-то цирк. Часто здесь бывает московский цирк, чехи, ирландцы. Народ проводит активно свое время. Вот вы видите, вдалеке футбол играют люди разных цветов кожи, разной национальности. И никому нет дела до того, что происходит на Украине. А почему им должно быть дело до той страны, которая находится где-то далеко и которая, в общем-то, не сильно интересует большинство из этих людей? На турничках парни занимаются с правой стороны. Не буду крутить камеру, хотя поверну. На турничках парни занимаются физкультурой, что-то отжимаются, поджимаются. А я буду дальше показывать одну сторону, где можете просто смотреть. Там сколько? 7 минут у меня есть в фильме. Просто маленький отрывок из жизни. Маленькая заметка, маленькая зарисовка. Без каких-то улучшений, купировок, без ничего. Просто тупая нарезка впрямую. Включился светофор, бабушка с дедушкой. Поклыгали туда, куда им нужно идти. Все стали мирно, спокойно. Ограничение со скоростью. Никто не ездит по тротуарам, не обгоняет в местах, где это не положено. Вот еще кто-то побежал. Вот такой цирк. Ограничение скорости 30 миль в час. Никто в основном не нарушает. Народ ходит, гуляет. Активный отдых. Очередной светофорчик. В парке везде, вдалеке виднеется колоссальное количество людей, играющих в футбол. Молодые пары гуляют. Повторюсь, это один из многих многочисленных английских парков. Это не центр, это недалеко от Клаптон Джанкшн. Иногда в этом парке происходят фестивали музыки, тут тогда народа немерено. Я себе продолжаю спокойное движение дальше. А вы имеете возможность смотреть, как люди живут. Тюльпаны как раз начали пробиваться, да, классно. Вот такая краткая зарисовочка. Сделаю взгляд вправо.
И с вами был Константин Перегуда, канал Конпере. Бай!